дамы и господа, поклонники нашего хора, любители хорового пения, родители и дорогие наши зрители. Мы начинаем наш концерт, посвященный 52-летию нашего коллектива. 2 апреля 1970 года в высоких кабинетах Гостелерадио был подписан указ о создании коллектива, который назывался на тот момент «Большой детский хор «Радуга» Центрального всесоюзного радио и Центрального телевидения». Первоначальное название хора было «Радуга». Просуществовало это название буквально несколько месяцев. После этого оно было убрано из наименования коллектива и осталось только в документах, в архивах. Вот уже 52 года наш коллектив существует, исполняет музыку, участвует в концертах, не прерывает своего творческого пути. За 52 года не было прерывания или какого-либо ослабления творческого процесса. Всегда приходили на прослушивание дети, всегда пели разные группы хора в разных возрастах, и давали свои концерты. Были тяжелые годы у коллектива, когда детей было совсем мало, когда в среднем хоре набиралось 13-15 человек. Это были конец 90-х, 2000-е годы, 2005-е. Коллективы были очень маленькие. Старшая группа была человек 27-30. Это был большой коллектив. Подготовительных групп не было на протяжении нескольких лет. Сейчас мы можем похвастать, и мы рады и счастливы, что все наши группы, как мы говорим, укомплектованы, но самое главное, все наши группы, все наши концертные коллективы, они концертны в высоком смысле этого слова. В этот праздничный день для нас мы решили, что не будем петь музыку популярную, не будем петь всем известные советские произведения, советскую массовую песню мы немного обойдем стороной. Сегодня не прозвучат песни Пахмутовой, Чичкова, Шаинского или Крылатова. Поскольку коллектив находится в 22-м году и в 21-м веке, сегодня прозвучит музыка современная композиторов ныне живущих, композиторов, недавно ушедших из жизни, буквально месяц назад, полгода назад или год назад. И несколько сочинений композиторов-классиков, имена которых даже не нуждаются в представлении. Сегодня вы услышите музыку, помимо классической музыки, Шарля Буно, Вольфганга, Амадея Моцарта и Габриэля Форе, мы услышим музыку советских композиторов Мираба Алексеевича Парцхаладзе, Вано Мурадели, несколько произведений. Мы услышим музыку композитора Ларисы Мирановны Абелян и ее супруга Ростислава Григорьевича Бойко. Мы исполним музыку Юрия Тугаринова и Александра Чернышова. Прозвучат произведения Александра Владимировича Миловидова. И я знаю, что вся его семья сейчас смотрит нас в прямом эфире, и мы передаем им большой привет и низкий поклон. Прозвучит музыка Вадима Новоблаговещенского. Композитор, профессор Московской консерватории, профессор Института музыки имени Шнитке. Прозвучит музыка Валерия Челмакова, композитора из Ярославля, и Ефрема Иосифовича Подгайца. Прозвучит музыка композитора Евгении Зарицкой и Олеси Евстратовой, которые тоже будут смотреть нас на расстоянии. Мы начинаем наш концерт и пригласим на эту сцену подготовительную группу Большого детского хора. Слышим ваши голоса. Весь коллектив галереи школы акварели Сергея Андрияк,
лично Сергея Андреяк за предоставленный зал, за возможность провести здесь концерт в наш день рождения. Нам это очень приятно. Мы благодарны от всей души всем сотрудникам, администраторам, руководителям и служащим этого прекрасного зала. Спасибо. Мы начинаем. Концерт будет вести Алена Зеленцова. Начинаем концерт Большого детского хора имени Виктора Сергеевича Попова, посвященный дню рождения коллектива. Выступает подготовительная группа Ефрем Подгайц, стихи Сергея Козлова, фантазии. Исполняет подготовительная группа, дирижер Анна Марцинкевич, концертмейстер Анна Лукьянова. Thank you.
поющий. Thank you.
Oh.
Чернышов. Стихи Романа Сеша. Бурляля. Солист Артем Волчков. Сначала прозвучит песня «Охранители крокодили».
аплодируют. Исполняет средняя группа. Дирижер Георгий Журавлев. Концертмейстер Анна Лукьянов. Thank you.
Thank you.
рояль. Thank you.
Концерта. Мы от всей души поздравляем в первую очередь наших дорогих детей, благодаря которым сегодня вы все здесь собрались. Не было бы их, ничего бы не стоило ни гроша. Они наше богатство, они наша ценность. Эти аплодисменты нашим прекрасным детям и подготовительной группе, и младшим, и средней, и даже старшим.